Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 103, упражнение номер 176. Прочитайте, какие слова не являются местоимениями. Каких местоимений здесь нет? Я, местоимение, он, местоимение, но – это союз. Мы, местоимение, мышь – это имя существительное. Ты, местоимение, она, местоимение, на – это предлог. Запишите только местоимение. Я, запятая, он, запятая, мы, запятая, ты, запятая, она. И здесь нет следующих местоимений. Вы, оно, они. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.